Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Кофе в Варпати Овер, и сегодня у нас маньяк. Всем здорово! Всем привет, ребята! Ну а сегодня, ребятки, у нас будет офисный маньяк, скажем так, потому что карта, на которой мы играем, она полностью у нас получается, знаете, в таких офисных стульчиках, вот во всем, в общем, таком. Компьютеры, телевизоры, да. Проекторы, короче, все вот офисное, да. Ну и я, в принципе, начинаю сегодня первый играть за маньяка, то есть сегодня буду я первый искать Диму и Кирилла, они будут у нас в качестве жертв. Поэтому, ребятки, я сразу предлагаю нам начать все, я перезапускаю пока игру. Окей. И надеюсь, почему у нас все время меняется сервер, ну вот перемена сервера MP Runtime на 11 минут. А нет, вот все. А, вот, да. Все нормально, 5 минут. Нормально, все. Ну давайте тогда идите прятайтесь, как бы, а я уже пойду вас скоро искать. Блин, вот, а я даже не знаю. У тебя время, да? У тебя сколько дается времени, чтобы мы я вот, кстати, не знаю, когда у нас было 11 минут, мне давалось минуты, как бы, на то, чтобы мне откроется дверь. Карта? Вот, капец. Поэтому, ребята, здесь карты просто огромные, тут есть всякие потайные ходы, всякие тайные нычки, поэтому сегодня у нас будет прям жесткий маяк. Так, а у меня дверька, прикиньте, еще не открывается. Ну это хорошо, потому что я даже хорошо. Не знаю, куда спрятаться. Какая фигня. Вроде бы я сказал, что карта здоровая, а вы еще не... или нет? Я спрятался. Офигеть, вот это место. Что? Вот это место. Я телепортировался? Пацаны, я вот что-то боюсь уже идти вас искать. Я телепортировался. Братаны, вы серьезно? Вы как? Офигеть. Вы на этой карте еще остались? Да, да. Точно на этой карте? А то вдруг мне надо на другую карту перезайти, чтобы искать вас. Ну ладно, хорошо. 4, 3, 2, 1. Ну и откройся, это же дверька, давай. Все? Дверька не открылась, прикиньте. Она сейчас откроется. Вот сейчас, все, давай. Так, и что, и куда мне идти вас искать, пацаны, скажите, пожалуйста. Я вот просто, я не знаю, как я телепортировался, но я пока посижу в углу, пока ты не убежишь куда-нибудь. И не знаю, я, короче, спустился в самый низ, и меня телепортнуло. Блин, парни, а как мне вас найти вообще? Я карту... Так, здесь какой-то у нас... Банк. Офигеть. Вот это, короче, у меня место. Я не знаю, хоть бы мне было не видно. И тогда ты меня никогда не найдешь. Я полностью замер и жду. Но пока не слышу никаких позывов. Кстати, я тоже не слышал, Олег, вот тебя, так, да. Вот так, да, значит, пацаны. Вот я все время забываю прописывать тазер постоянно в каждом мультике. У меня всегда такая проблема, ребята. Не знаю, почему. Так, ну, я пока что вот пробежал вроде бы полностью первый этаж, на котором начинали. Там вообще ничего, все пусто. Вы, парни, где вообще, а? Я вам... Офигеть! Я братан, ты сказал, что ты телепортировался! Ты чё? Так я, получается, телепортировался куда-то наверх, я ж не знаю. Там прикол, вниз самый спускаешься, залазишь на машину, тебя телепортируют сюда. А вот мне интересно, Дима. Вот это я обосрался. Так, ну все, слава богу, Кирилла мы уже нашли, поэтому, ребята, остается нам найти только Димона. Ну давай, ищи меня. Ну где он спрятался, я вообще без понятия, честно говоря. Те же Дима... Я бы никогда Димона не нашел, я тебе говорю. Как ты вообще здесь оказался? Я не знаю. Я вот так как бы шел, и можно здесь зайти, я как бы. А, все, я понял. Я такую... Офигеть. И уж я уйду оттуда, а то там очень страшно, скажем так. Так. А тут... Так, ладно, куда я вылез, я... А, вот, а ну-ка, вот если это... Блин, я так не смогу. Так, ну это... Ну, пойду я, значит, вниз, поисследую что-нибудь давай, там. Давай. Ну, давай, попробуй. О, тут тоже какая-то вентиляция. Ну, типа, у меня еще есть 2 минуты, ну, поэтому... Ну, давай. Расслабляйся, братан. На самом деле, карта просто громадная, как я вижу сейчас. Кстати, Олег, я специально винты разбил, чтобы ты подумал, что там я сижу. Да? Да. Ну, можешь посмотреть, на самом деле, вдруг поможет. Столько нычек вообще, да? Такие нычки, пацаны, есть тут, вообще жесть! Я офигеваю, снег, тут можно проходить во всяких текстурках, ребят, это вообще здорово. Не, братан, я, конечно, вообще не знаю, где ты спрятался. Ну, попробуй, я бы вроде сверху где-то, на ком-то вверху. Ну, скажем так, вы далеко друг от друга, я вот смотрю сейчас спектатором, блин, и вы прям... Блин, тут столько ходов, столько ходов! Я вообще вас, пацаны, походу, не найду. Точнее, Димон. Так, вот тут Кирилл, труп... А, я вернулся на то самое место, воу! Не, ну все, походу, Димон, ты выжил. Ну, я не знаю, минута еще у тебя есть. Ну, минута это такое, как бы, понимаешь, это мало. Так, на самом деле, я бы никогда его не нашел, серьезно. Это просто... Интересно, ну, давай вот где-то в секунд 30 ты мне даешь подсказку, потому что я уже давай, просто... Давай, да. Хорошо. Так, вот я сейчас еще, конечно, зайду сюда. Так, ну тут... Вот, Олег, запрыгни на машину сватовскую. На сватовскую, вот дальше, которая машина. А, так. С другой стороны. Братан, это занимает у меня времени. О, во, видал? У меня сюда телепортнуло. Офигеть.
братан, ну это вообще здорово. Это прям вообще пчатский такой. 30 Два. Секунд, Олег. Я не знаю, какую подсказку тебе дать. Я вообще не знаю. Я в комнате, где... Полки. Нашел! Я так и знал! Я так и знал! Ты еще знаешь, что я захожу к тебе в комнату, и ты такой молчишь! А меня там видно было вообще? Нет, видно, я просто, мы когда вообще изучали, запускали карту, я запомнил вот эти полчаса. Понятно. Лол, так, ну давайте теперь того, кто на кого нашли первый, тот классный трон. Кирюха, давай. Давай, блин, перезашел. Ребят, ну это вообще было круто. Я вот, знаешь, ладно. Сейчас тоже, я знаю... Димон, пошли, короче, в суперпозицию. Давай, пойдем, покажешь. Сейчас там вместе засядем и просто будем троллить Кирилла, отвечаю. Давай, давайте. У вас есть минута, прячьтесь, я пока подожду. А у нас раунд тайм, смотрите-ка, 10 минут. А, кстати, ю. Ну, короче, давайте играем. Да так, не важно, 5. До 5, да? Ну да. Так, да? Погнали, братан. Так. Я играем? Пока телек посмотрю. Да, даже до 6 минут, вот. Не до 5, а до 6 минут, потому что всего 11. А, ну да. Так, смотрите, значит, сейчас... Вот, Димон, ты помнишь эту позицию? Так, погоди. Может быть, запомнил ее. Так, стоп. А, да, я... Еще выше, да, еще выше. А, выше, давай, полезли. Так, где-то здесь, короче, по-моему, вот тут вот. Где-то. Вот, да. Что-то куда-то лезут, что-то делают вообще. Чего делаете? Олег, а я не могу к тебе попасть. Вот, а, нет. Вот, все, давай. У вас 15 секунд. Ну, братан, удачи тебе, что сказать. Потому что, как бы, у нас место... Да вы там залезли вообще. Ты а думал, я думал, это, ну, не надо, работает, не как надо, бы. Не надо такое. Не, ну, слушай, я тебе дам сразу, Кирилл, подсказку, что здесь очень горячо, вот скажем так. Да. Горячо, да? Прям ход. Прям так, это прям горяченький ход. Овер супер и кофе. Ход. Да. Подожди, чуть не застрял. Мне кажется, он сейчас нас сразу найдет. Да я не думаю, на самом деле. Птица просто реально жесткая такая, ее фиг найдешь вообще. Как думаешь? Я думаю, да, потому что я ее нашел, когда летал, как бы. Вот, понимаешь, поэтому хорошо, я тебе и говорю. Не, ну я, конечно, очень сильно удивлюсь, если он нас найдет, потому что, Кирилл, позиция очень сложная такая. Окей, хорошо, я уже хожу, ищу. Вот давай через 2 минуты я тебе просто дам подсказку, получается, подсказки, я тебе скажу примерно, где мы находимся. Окей. Так, ты сказал, что здесь горячо, так, значит. Так, в общем, тебе осталось еще 3 минуты, братан, давай, как бы еще минуту, вот, минуты еще дам, и вот дам подсказку, получается. Окей. Блин, Димон, я такая... Ищу. Еще бы поставили телек какой-нибудь, знаешь, и все. Ага, просто... вообще, четко. Ну, вот это бы, конечно, убрали, вот это, вот тут, да? Тут, наверное, вот его нашли. Ну, наверное, да. Он, это тоже чувак, которого не нашли здесь, точно. Вы меня троллите, я представляю, о чем вы там говорите. Ну, конечно, Кирилл, ты не представляешь. Даже не думай, как бы, где мы можем вообще, в принципе, спрятаться. Потому что у нас такое место, скажем так, хардковое. Ну, вообще, мы с Димоном, как бы, в разных местах прятались. Вот начнем, да, с этого. Да. В разных, да? Да. То есть вы не в одном месте сидите, вы абсолютно в разных. Нет, братан, ни в коем случае, ты чё, лол. Мы как бы по одному, одиночке, скажем так, действуем по одному. Вот, ну, братан, 20 секунд, я даю подсказку, как бы, да, как и обещал. Да, в принципе, я пока ищу. Так, ну, 9, 8, 7. Лол, тут даже туалет есть. 4, 3, 2, 1. Итак, внимание, подсказ. Значит, мы находимся в таком прикольном месте, и это место находится рядом с твоей предыдущей смертью. То есть там, где ты умер. Ага. Недалеко, но очень... Недалеко. Да. Вот. Но я надеюсь, это была очень, на самом деле, годная подсказка, и у тебя, братан, остается 1,5 минуты. Окей, я выбежал туда, к тому месту, куда, где я умер. В поисках, но... Как думаешь, Олег, найдет? Нет, я не думаю, на самом деле, потому что у нас тут место прям вообще реально... Прям огонь. Огонь. Место. Не, мы, конечно, можем так иногда патрулировать наш... Не, ну это прям жестко. Думаю. Ну смотри, сейчас... Вот было бы инфракрасное зрение, я бы посмотрел хотя бы, где Кирилл находится сейчас, знаешь? Это драйвер Моза, да, который это прописать? Да. Блин, давай, короче, братан, давай просто рискнем.
рискнем и ну, попробуем. Короче. А давай попробуем. Или будем сидеть. Я не знаю, давай вот где-то на секундах 30, когда останется, мы просто выглянем отсюда на секунду, да? Давай. Да, я думаю, в принципе, на секунду вы можете выглянуть, я вообще не знаю, где вы находитесь. А вот не знаю, братан, вот ты можешь все-таки увидеть, как у нас. Выглянули! А как так-то? Подожди, ты уже был готов, что ли? Да, я был готов. Вот он затранец какой! Это же маньяк, братан, это маньяк! Ну, а ты стоп, а ты знал про эту нычку? Нет, я не знал, я просто лез, короче, по вентиляции и заметил, у вас ноги выскакивают. Ясно! Блин, вот это мы с тобой спалились, братан. Это вообще угарный момент такой был. Я такое место даже не видел, оно очень крутое, кстати. Да. Так, смотри, Кирилл, у меня тоже есть такое предложение по поводу места, где можно спрятаться. Так, смотри, значит, бежим сейчас за мной. Так, вот погнали сейчас за мной тоже. Шам, сюда не варик вообще, вот куда-нибудь? Ну, там такое место, у меня есть получше предложение, погнали за мной. Так, а ты где? Я вот к лестнице начать. Окей, иду, бегу. Все, давай, только по фасту у нас там... Да, я тут. А нас просто... когда меня выпустят? Через 35 секунд где-то. Окей, вот окей, жду. Так, все, смотри, братан, где-то здесь, я помню, это было... Блин, где-то здесь, короче, было... По-моему, вот тут... Вот тут. Вот, давай. Уверен? Да, уверен, на все просто 100%. Во, просто чикардос. Я здесь проходил, кстати, когда искал вас. Опа. О-ля-ля. Ага, это я видел. Так, здесь, кстати, еще есть прикольное место. Вот, можем стоять здесь. Все, давай вот здесь будем стоять. А, чего там что-то? Да, ты иди сюда, это не все. О-ля-ля. Так, мне уже страшно. А тут, нет, слушай, тут чисто закрытая комната, что ли? Все, я побежал, я погнал. Смотри, вот, и смотри еще что есть. Пойдем сюда. А, да, вот. Он там просто может пробежать, понимаешь? Олег, я когда выбежал, тут твой нож, короче, лежит. Вот так вот. Это подарок. Спасибо. Так, ладно, все, я погнал. Ищу вас. Четенько. А тут что такое? Я не знаю, что здесь. Я вот, ну, братан, ладно, пока ничего не буду говорить. Ну, пока мы просто, короче, вот так вот. Короче, стоим просто пока здесь посередине и смотрим налево и направо. Если направо, если справа, то мы налево. Да, согласен полностью. Ну-ка. Главное, чтобы бенцать, знаешь, не вышел. В чем прикол справа, мы видим. Слева нет. Но слева там так поставлено, что мы заметим, что она это. Ну, понял. Да. А вы меня слышали вообще, нет? Не знаю. А, наверное, слышали по-любому. Ну, не, я не слышал вообще. Что ты? Ты где-то шумел? Ты где-то сейчас тазером ударил? Не, это не слышал. Так. Не, ну это угарно. Не, ну и так же, как и с Кириллом, короче, мы тебе даем подсказку в 8 минут. Окей, хорошо. Так. Не, ну тут, конечно, топовая позиция, на самом деле. Согласен. Я вроде столько Олег, пришел. На самом деле, если вон туда пойти, вот где вот такая закрытая, да, там еще проходов куча. Вот видел? Чёрт. А, нет, не то. Ага. Там, короче, еще проходов куча. Ну, я уже понимаю, короче, как выделяются все эти проходы, как бы, да, это прикольная система такая. Ну, нужно будет посмотреть, нужно будет поизучать потихоньку. Но в следующем раунде, походу, я буду. Ну да, наверное. Хотя, я не знаю, блин, я даже не представляю, где вы можете быть. Проходы, где там проходы-то? Везде. Ладно. Ну, братан, проходочки везде. Послушай, мне показалось, Кирилл, или ты это тоже видел? Показалось. Ага, значит, не показалось. Не, это могу реально показаться. Нет, это реально показалось, потому что мне тоже показалось. Это реально показалось. Что он даже не на этом этаже. Подсказочка. Братан, мы убежали, скажем так, не очень далеко от того места, где мы вообще, в принципе, начинали. А я не знаю, где мы начинали. Так, мы начинали с той комнаты, как дальше пробежал. А, да. Все, ладно. Абсолютно тот же этаж, по-моему, даже. Блин, мне бы сейчас найти, как вылезти отсюда. Слушай, а может это вон там, это не? Да, возможно. Пошли проверим. Ты уверен? Нет, я боюсь. Давай погадаемся. Давай на счет 3. Не, я вообще далеко, реально, я прям сам заблудился. Блин, я вообще подписан, на самом деле, понимаешь, что... Я слышу его, но где он бегает, я хз. Я, короче, там заблудился, вы прикиньте. Такое ощущение, что где-то он здесь рядом. Да, давай я пойду проверю. Уверен? Да. Можете выходить смело. Была не была, живем один раз. Нет, меня рядом нет, точно, я тебе... Не, братан, тут его нет. Я отвечаю. Олег, пойдем. Олег. Думаешь? Да, смотри.
Нет! Нет! Это плохая идея! А как тут можно про... Ничего себе! Я просто мимо и нашел! Офигеть! Очень плохая идея. Так, ну что, давайте теперь-то я тогда буду искать вас. Так, давайте я перехожу. Просто капец, какая плохая идея! Слушай, если бы мы остались на том месте, я думаю, мы бы... Я бы никогда не нашел, серьезно. Так, гол ты-то там кто, Кирилл? Так, я перешел. А что, я ищу? Нет, так ты просто килл пробежи, консоли. Так, подожди, килл. Блин, ну как так это просто реально такое везение? Мы слышим тебя, главное, ты бегаешь там, вот это все. Блин, так классно на самом деле. Я так и знал. Ну круто, да. Так, ну все, мы прячемся, да? Я вас жду, чтобы как бы, ну там, спрятались, вот это все. Так. Ты тоже ждал, да, пока я открою дверь? Блин, а куда можно сейчас? Надо. Слушай, а вот здесь, по-моему, ни разу никто не пробегал. А тут вот нельзя, по-моему. Вот здесь можно? Во-во-во, а ты куда зашел-то? А я вот тут просто бегал, когда искал вас. Ну, тут... ну я понял, там позиции какие-то новые. О, давай, здесь мы не были, Ну, давай попробуем. Блин, вот сейчас я вот чувствую, уже не найду вас. Нет, ну, тут как бы такое, я не знаю. Ну, да, как бы, знаешь. Так, кстати, так. Но здесь, мне кажется, никто вообще ни разу не пробегал. Ну, по-моему, да. Да, ты правильно сделал. Так, 20 чек, гай. Мы уже спрятались. Да. Ты можешь идти. Ну, как бы понимаете, дверь-то все равно закрыта, поэтому я не могу еще пройти, к сожалению. Я ее, конечно, попытаюсь сейчас выломать, но вы сами понимаете, она-то не сломает. У тебя 8 секунд, и ты выйдешь и будешь нас искать. О, она открылась. А, все, давай. Так, куда же вы сошли? Где же вы спрятались, пацаны? Сразу молчание такое головой. Да. Ого! А чё это там? Я такой на... Ё-моё! Я такую позицию нашел! Кирилл, в следующем раунде я ее покажу. Кому? Оверу? Да, кому покажешь? Ну, я еще не знаю кому, но, пацаны, это просто эпик. Это просто жесть. Я, кстати, очень не знаю, как я побежал сюда, но это сработало интуитив. Ну, поняли, короче. Ну, да. А как выбраться теперь отсюда? Ага, вот так вот, да? С подвохом место. Не-не-не, все, вот, вроде можно. Только... А, во-во-во, все, выбрал. Мы ждем тебя, да, Олег. Я, пацаны, постараюсь как бы сейчас найти вас. Давай. Там, понимаете, у вас, я как понимаю, место такое насыщенное. Ну, на самом деле оно как бы простенькое. Вот. Да, оно даже, знаешь, я тебе так скажу, оно есть практически в каждой игре такое популярное это место. Компьютерный стол? Нет. Более популярное. А, во. А, так мы, ага, понял. На второй минуте мы тебе дадим подсказку. Нет. Нет. Это слишком просто. Туалет есть вообще в любой. Ну ладно. В большинстве популярных. Не знаю, что это может быть на самом деле, пацаны, потому что как бы это сложно, загадку слишком задаете мне. По сути, если мы скажем из какой-то игры или место какое-то конкретное, то... Папа, братан! То это, в принципе, было бы... Я думал до последнего. А Кирилл, до последнего, до последнего. Да. Понял, что это сейф. Я вот так и понял, что это сейф. Блин, воу. Воу, так. Так, ну я первый, получается, умер. А, ну да. Так, давайте. Ты офигеешь просто с неё, потому что я офигел от неё. Окей. Все, братан. Удачи, Дима. Давай, сейчас побежим. Я думаю, это наша последняя тарочка. Куда нам бежать? Так, да, это у нас, ребят, получается последний раунд, поэтому, Димон, погнали. Так, до 6 минут, значит, играем. Так, братан, смотри прикол. Вот сюда бежим, вот так вот. Ну там какая-то у вас супер прям позиция, да? Чё? Да, я вот сам охренел с этого. Теперь смотри, что можем сделать. А там-то пройти можно, это я понял, что за место. Да, вот, ты прикинь вообще, и можем здесь просто сидеть все время. Это офигеть вообще. Это просто... Так, ну это уже интересно на самом деле. Позиция у тебя сейчас была вообще. И тут, да. И вот тут... Ну быстрее, слушай, открывайся. Слушай, а можно... Хотя ты здесь ходил уже, да? Выйдет, да? Он же оттуда выйдет, да? Да, я оттуда выйду, да. Подожди. Да не бегай. Я вот так вот сделаю тебе. Ну-ка, чего там придумали? Это интересно уже. Олег, да, он оттуда выйдет. Вот оттуда, не стой здесь. Вижу. Всего, погнали.
будем стрелять. Так. Он смотри, он притаился там, притаился. Да, так, он, а уже, я... знаешь, он сейчас я просто бы... выстрелит уже по нам. Вы не поняли, что он там уже вышел, да? Погодите. Нет, слушай, это... здесь такое на самом деле. Я просто офигел, когда увидел просто это место. Братан, ну вот смотри, через 40 секунд дадим тебе первую подсказку. Окей, хорошо. Окей. А, Олег! Ты чего? Олег! Топовое место! Братан! Ты нас вообще, скорее всего, просто... Вообще... Погодите, я вообще не понимаю. Ну... Он может выбежать оттуда же, да, вот прямо? Да, да, там одно место всего лишь. Но если что, не забывай, то можно вон туда побежать. Да, помню. Но вы куда-то недалеко убежали, да, по идее? Конечно, недалеко. Тут такое место, что хоть в какую дырку вылезти можно. Реально, тут вообще я не ожидал, что это место столько, настолько уж топовое. Так, первая подсказка. Как бы. Так. Это как бы такой предмет, который мы проходили в школе в начальных классах. Вот, потом, короче, мы там на уроках занимались этим, как бы, вот. Вот этим вот. Подожди, как это работает? Как ты нашел? Ой. Подожди, ты сразу понял, что это картина? Нет, не, какая картина? А как он, ты... Он не через картину зашел туда. Я там... зашел вот через вот эту. Короче, вот. Там стояла картина, по которой ты мог, короче, нажать, и она открывается. Ничего себе. Вот это вот? А, да, серьезно. Офигеть. А где Кирилл? Ну, Кирилл уже нет там. А, все, я понял. Ну, я зашел, я... знаешь как, где-то вот тут. Я вот тут понял, да. Ну, там прям топовая позиция. А знаешь... изначально еще вот здесь вот можно пролезть. Вот. Да, я знаю. Знаешь, почему топовая? Но... Вернись вот, вот картину. Так. Вот, а, вот сюда вот пролезь вниз. Так. Еще вниз. Ага. И вот назад иди. Назад. Офигеть! Так можно как бы, да, убежать было и все. А, ну и вот, короче, да. И тут где-то Кирилл, да? Ну, не знаю, где. В машине. Нет. А я забыл. Нет. Я тазер забыл прописать. Нету там Кирилла, братан. Ну ладно. Кирилл, скажем так, у тебя осталось 1.5 минуты. А, быстрее надо. Поэтому ищи быстрее. Ищу. Как можно больше быстрее. Ищу. Ищи. Входит к концу. Так, оп. Ну, Кирилл, я вижу хорошая довольно позиция. А я вернулся куда вообще? Ты в картине практически прибежал. Да, ясно. Сделал круг просто какой-то. Там ничего нет, абсолютно ничего нет. Так, ну спасибо. Ну, холодно пока что вообще, Дима. Вообще прям холод, да? Вообще просто очень-очень. Лютый просто холод, ну окей. Лютый холодок. Чуть теплее. А что, он едет? Едет или нет? Ты просто ходишь сверху. Сложнее было это, знаешь, если бы он сверху вызвал лифт. Я просто такой, знаешь, подъезжаю к нему. Я бы просто приехал к нему. Конечно, угарно, ребятки, вот. Но на этом, как бы, это был последний наш раунд сегодня. Надеюсь, вам понравилась серия. Надеюсь, мы вас зарядили немножко положительными эмоциями, вот. Ну, а на этом мы с вами прощаемся. С вами были Кокс, это Кофе, Варпач и Овар. Всем пока-пока. Всем пока, друзья. Всем пока, ребят.